Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Итак, мы продолжаем наш базовый тренинг по мануальному массажу и мануальной терапии. И конкретно сейчас мы переходим к области шейно-воротниковой зоны. Ее могут заказывать отдельно. Это получается, тогда мы будем делать от головы до лопаток. Вот такую вот зону, да, понимаете? Либо это включается в массаж спины. Потому что мышцы спины неотрывно связаны с мышцами шеи. Ну, хотя бы, например, вот это вот огромные мышцы, которые начинаются вот отсюда, трапециевидные. Вот я вам примерно покажу, как они идут. Вот тут. И загибаются вот сюда, до ключицы доходят. Соответственно, ну, сейчас я лопаточную зону не буду показывать, да? А продемонстрируем непосредственно массаж шеи и трапеции вот с этой стороны. Для этого желательно... Я стараюсь не использовать стол с дыркой, поэтому специально положил человека на жесткую поверхность. И надо попросить его положить руки под голову, лбом на руки, да. Вот это первая поза. Некоторые бывают клиенты, конечно, смешные, они не понимают, что такое руки под лоб положить. Я не знаю, они и сверху руки накладывают, и вот так, и в кулачки зажимают, и аж свешиваются сюда. Ну, в общем, бывают казусы. Но вот в такой позе можно и посадить человека. В принципе, он может сидеть на стуле, да, и также вот согнуться на стол. Либо подложить ему можно валик или подушку под грудную клетку, чтобы он больше перегнулся, чтобы шея распрямилась. Вам так будет удобнее работать, да. Либо можно попросить вот лежа положить также локти оставляем на месте, а руки под себя, под грудь. Задвинь. Вот так вот, а голова вниз, в стол. Вот, видите, он еще больше раскрылся, да? Еще есть некоторый прием, когда мы можем... ну, вот тут, например, зажимаются мышцы, да? Чтобы их больше раздвинуть и больше растянуть шею, поставить человека на локти. Можешь поставить локти перпендикулярно в стол. Вот сюда, вот. Чуть-чуть вперед, под плечами прям, вот. Соблюдаем прямой... Так, и чуть ближе к себе... То есть прямой угол везде. Здесь прямой угол. И относительно друг друга они параллельные идут руки. Видите, у него раскрылось больше, косточки вот эти вот все становятся видны. Если мышц много или лопатки близко у человека, и все равно вот сюда, ну в данном случае пролазят вот два пальца, да. А бывает, что вообще прям сжато в позвоночник, да, то тогда можно попросить руки пододвинуть ближе к локти к себе. Локти, не, друг к другу. Друг к другу, еще ближе. Вот так вот. Вот, видите, он раскрылся. Для вас массажных техник и для проверки позвоночника. Вот остистые отростки можно продавить и прощупать, где они идут, где есть какие-то искажения, ротации. Все это можно проверить, протестировать. Так, ну сейчас мы давай вернемся в первоначальное положение. Руки под лоб. Под лоб. Вот, небольшой нюанс, помните, я вам рассказывал про, все время про это намекаю, про эргономику ваших движений, да? Если мы закончили массаж спины и стоим еще вот здесь, вот перпендикулярно спине, да, то отсюда же не переходя, начинаем массаж шеи. Ну, во-первых, не это отрываясь. Вот, да, не отрываясь, не переходя ногами. Вот обычный прием массажный, да, но наши движения идут от головы в сторону сердца. Следующий прием растирания. Поскольку растирание вот такое тут не очень удобно делать, да, то мы разворачиваем ладони обратной стороной и растираем вот так вот. Наши вот эти перепонки между указательным и большим пальцем. Быстро это делается, энергично, потому что растирание это трение. И дальше мы, смотрите, одной рукой как бы подаем, приподнимая трапеция, да? А другой рукой туда вот заправляем. Вот такое вот движение. Таким образом мы лимфу дополнительно гоним в подключичную зону. А помните, что лимфа находится за ушами, вот, перед ушами. И вот по вот этим мышцам она идет вот туда. Да, вот туда. Почему? Позвонил туда. Так у меня же отключены звонки, как он позвонил? Ну, позвони, работай.